Привет, друзья! Я показываю, как мы закрываем кашпо с розами. Вот таким образом они накрыты спанбондом. Спанбонд по дугам. Это стеклопластиковая арматура. Еще я вам показывала до этого, как мы ранее накрывали сами кашпо такой вот фольгированной штукой, утеплителем. И все кашпо у меня накрыты. Вот сейчас мы накрываем. Сзади дома в горшечном садике я еще не делала ничего. Но я буду делать в ближайшие дни. Я хочу купить вот такие вот мешки специальные, тоже из спанбонда, уже готовые, сшитые. И очень удобно сверху накрываешь. Они хорошие такие. Материал этот дышащий, все нормально. В общем, вот таким образом там еще вот еще несколько горшков осталось укрыть. И все будет хорошо. Вот они, мои куколки. Время пришло, потому что у нас такие ветра холодные. Ну, просто очень-очень холодные ветра. Ну, что говорить, зима. Здесь у меня, я как-то показывала, тюльпаны высажены тоже. Вот так вот я их укутала. А здесь вот, вот они, вот эти кашпо укутанные. Видите, куколки стоят. Ну, все хорошо. Я думаю, должны нормально перезимовать. По крайней мере, прошлая зима, которая была очень-очень холодная, они все перезимовали. У меня в кашпо выпадов не было. Не было. Так что вот. Сейчас еще с той стороны. С той стороны. Там кашпо. Здесь кашпо и везде вот укрытие. Здесь вот, кстати, вот эти мешки. Вот эти мешки. Очень они удобные, эти мешки. Я вот, наверное, докуплю еще мешков, чтобы сзади дома еще кашпо накрыть. Вот так вот. Пуша. Пуша носится. Там тоже тюльпаны. Вот, друзья. Ну, мы практически готовы к зиме. Осталось чуть-чуть. И все. Вот это кашпо еще накроем. Там у меня роза Young Lucidus Остинка. Здесь же эти лавандочка. Ну, вот эти кашпо все будут накрыты тоже. Вот такие у меня садовые новости. Подготовка идет к зиме полным ходом. Всем удачной зимовки. Вашим садам, розочкам. Удачной, успешной зимовки.